Вот они колесно-пальцевые. Да. Вот, они стоят недорого, естественно. Так. Они стоят будут 222 тысячи. Угу. Ну, по программе там вообще 170. Ну, соответственно, тюковый пресс. Угу. Вам нужен рулонный. Это тюковый большой, крупнопакующий. А что, крупнопакующий, он какого размера и какие? 250 килограммов. Угу. Вот. Здесь рулоны. То есть, есть 1,20 м рулон, есть 1,50 м. Угу. На 1,20 м рулон лучше, конечно, для сенажа. Вот 1,50 м это только если вы планируете потом, ну, еще выращивать пшеницу и прессовать солому. Угу. Солому тоже прессуют достаточно идеально. Но он и сенаж, по сенажу работает, но здесь вот больше уклон к соломе, здесь угу. больше к сенажу. Дальше обмотчик рулона. Рулон... А, кстати, у вас он в сетку? Нет. А в сетку? Двойная обвязка, нет, сетку нет у нас. Плотность просто сетки и хранение семян намного выше. Мы потом обматываем в этот самый полиэтиленовый плен. Угу. То есть и это хранение еще лучше, чем в сетке. Ну, да, да. Плотность у нас, мы как-то его запустили по зеленке 120-й. Нож не могли всунуть в бок. Там плотность достаточно. Угу. Поэтому здесь у нас есть обвязка, пожалуйста, обвязывайте и складывайте, все хорошо. Главное, чтобы мышь не зашел и не прогрыз. Ну, это тележка для подбора рулона.